Всем привет! Я в супермаркете Максима. Видите, какие вывесили этикетки, или как еще называют, рядом с ценниками, что сделано в Украине. Я вот не видела раньше. Сейчас зашла Максим и посмотрю, вот такие вот. Видите, вот написано «Rajos Ukraina». Сделано или произведено в Украине. Здесь в отделе игрушек очень много игрушек украинских. А вот здесь вот очень много выложено. Конструкторы, какие-то плакаты. Вот это все сделано в Украине. Ну что, интересно? Пойду посмотрю. Видела еще тетради. А здесь, смотрите, пластилин даже разобрали, да? Нету. Потому что, наверное, очень дешево. С полдескарта €29. А тетради. Посмотрим, сколько тетради стоят украинские. Вот это тоже здесь нет цены. Вот тетради. €0,9. Ну, не дешево, так скажем. Не дешево. Тетрадь в клеточку. 60 листов. Вот такая. Тетрадь в линеечку. €49. Почему так дорого? 96 листов. 96. Пойду посмотрю. Вот еще что-то сделано. Тут уже разобрали даже. Тоже, наверное, тетради. Да, тетради. И здесь тетради тоже. Самое интересное, что приехала за бумагой А4. Ее нигде нет максимум. Я думала, здесь будет дешевле, чем вчера смотрела в Риме и в Яне Розы. Нет, нет, я не нашла. Поразительно. Исчезла бумага А4. Так, еще нашла чай майский. Вот видите, написано «Зелена пелюстка». Пелюстка. Пелюстка – это чай? Китайский зеленый чай. Нет, не знаю, не понимаю, что такое пелюстка. €59. Майский. А, наверное, майский. Ладно. Краун – это краун майский. В общем, майский чай с Украины. Посмотрим, что еще. Пока ничего не вижу. Нет, вижу чай, вижу очень много чая, вижу с Украины. Чай Ричард 2,49. Ну, цены не украинские, цены латвийские, так скажем. 50 грамм, 25 пакетиков, 2,49. Вот, например, берем такой чай. 2,49, да? 2,49, 2,49, 3,38. Есть на акции €76 чай, €91. Так, нет, здесь не в Украине, здесь другие этикеточки. Угу. Здесь тоже другие, это лайма. С карты Полдес, да, акция на конфеты. Были 17,63, а теперь можно с карты Полдес 9,99 купить по старой цене. Я помню, раньше такая цена была до событий. Вот здесь тоже конфеты подешевле. 4,99. Да, наступил новый учебный год. И хочу сказать, что у нас в Латвии приняли закон, что все украинские дети должны будут учиться в латышских школах по программе латышских школ на латышском языке. Негласно слышала, не знаю, сама лично не слышала, но говорили, что те, которые желают учиться в русских школах, должны отказаться от статуса беженца. Не знаю, врать не буду, если честно. Лично я не слышала информацию, услышали другие люди. Вот, правда, неправда, утверждать не буду. Ну, в принципе, наверное, если закон, то закон нужно выполнять.
Да, вот еще видите эти быстрые кашки, да? Быстрые кашки, оказывается, тоже сделаны на Украине. 49 одна кашка. Очень дорого, 49, да? Как вы считаете, такая одна кашка? Раньше они, наверное, центов 20 стоили. Ну, так скажем, 2,5 раза подорожали. Так, вот эти еще видите, дарзани ассорти, ассорти. €83. А что? Разве это кок? Кок в Украине сделан? Это как понять? Я всегда думала, что это в Латвии. Ражица Украина, да. Интересно. Вот здесь различные такие маринаде помидорки, да, 2,17 баночки. Вот такие вот сорти сливовые, да? Нет, киршу это не слива. Киршу это... Боже мой, уже так эти слова путаются. Вишня, вишня. Вишневые томаты. Вишневые томаты. Вижу мед с Украины. Мед вот такой вот. Медик. Или такой медик. 3,49, 700. Вот такой. Такой медик. Так что сегодня я вижу очень много товаров с Украины. Это вот такие вот сухарики, 58 центов, гренки, гренки они называются, вот сухарики, видите, написано ржаные со вкусом икры, что ли, да, со вкусом икры, 30 центов. Там еще вот такие есть мегапэк Флинт сыр за смаком сыр. Угу. Ну и конечно же семушки, семушки, я их называю семушки. Так, будущая марка, оригинальные жареные семечки с солью на чисто русском, на чисто русской мове. На, правильно? Базарные. Нет, базарные это уже, наверное, литовские. Семушки. Литовские, да, ЛТ. Угу. Базарные. €12. Бананы. Ну, выглядят аппетитно. Захотелось бананов. Давно не ела. Потому что так своими персиками объелась. Кто у меня смотрел видео на канале о том, какие у меня сколько, какие сколько у меня выросло персиков, знает. После персиков я долго-долго ничего не хотела. Никаких фруктов. Так, здесь тоже уже выгребли? Нет. Порошок горчицы 49, горчичный порошок, только здесь почему-то чесночная соль лежит, в общем, непонятно. Это же Twins, это разве украинская фирма? В общем, непонятно, как здесь все разложили. Еще, конечно же, нектары, нектар Джафа, вот они, различные нектары. Там клубничка, посмотрите, какая клубничка симпатичная, томатный, и вот еще Галиция, Галиция, это сок, 100% сок, здесь, ну, акции нет, к сожалению, я басачок, конечно, взяла бы. Больше всего, конечно же, алкоголя, посмотрите, сколько водочки, посмотрите, сколько водочки, Ражец Украина, Украина, Медов, Немиров, Явора, хлебный дар, перепелка или перепелка, или перепелка, или перепелка. Вот, видите, целый отдел водки.